Всем привет. Вот такой баг. Все, баг файл. Игра не работает. Скачиваем, нажимаем. Патчер, клиент. Запускается игра. И все. Что-то опять не работает. Скачивается. Скачиваем. Опять скачиваем. Нажимаем, и оно опять не работает. Закрываем ее, заходим в саму папку игры. Вот она у меня. Pokemon Card Game. Вот. В саму папку заходим, нажимаем Refresher. И тут нажимаем на значок. Refresher, значок. Ждем. Скачиваем. О, долго скачивается. Скачиваем. Так, bug fixes complete list of bug fixes are now for this update available official ты на форуме ты. Все, вот такая ошибочка. Ждем 100%. Интернет 3 часа скачивается. Еще 80%. Скачиваем. Семьдесят процентов еще осталось скачивать. Сейчас оно докачает. То есть мы зашли в саму папку игры. Потом в этой папке, в папку Refresher, и нажали на, ну, на значок игры. И получается, оно типа скачивает и типа чинит игру. Все, теперь ждем, пока оно 100% дойдет. Вот я с этой ошибкой так намучился. Первый раз была эта ошибка. Оно вроде бы пошло у меня. Потом второй раз была ошибка. Не работало. Потом я зашел на сайт. На трансляцию этой игры. И там мне уже подсказали. Надо типа все удалить и заново переустановить. Я удалил, заново переустановил. И оно заработало. И вот так, ну, пару раз удалял, устанавливал. И вот так играл. И потом оно как-то так, ну, немножечко тяжело было. И надоедало, потому что это удалять, устанавливать, потом пароль вводить, код постоянно вводить. О, ну, чтобы зайти в игру. Вот это все делал. А потом я понял, что можно не удалять игру. То заходишь в папочку, Refresher. И типа чинишь ее, и все, и не надо ничего удалять, и устанавливать. Все, нажимаем play. Игра запустилась. Запускаем игру, соответственно. Все, запустилась игра. О, Windows. Тормозить будет. Все, запускаем игру. Вход. Ну тут имя, свой пароль. У меня тут сохранено. Запускаем. Разработчик игры — компания Nintendo. Очень крутая компания. Все про нее слышали. И приставки она выпускала, и так далее. Хорошая компания. Это компания Nintendo.
Прикольная игра. Классная игра. Все, пока оно запускается. Вот потом в этой самой папочке вот, ну вот этот значок нажимаем, отправить на рабочий стол. Вот он, рабочий стол, создать ярлык. Все, переносим его в папочку и заменить. Переместить заменой. Все, мы зайдем на этот значок, и она уже будет работать. То есть тот старый значок не работал, а вот этот, который значок мы отправили, это уже новый значок, он уже будет работать. Вот такое. Сейчас ждем загрузку. О, все, пошло. Так, возьмем потяжелее. Так, испытание зайдем. Че там? А. О, так, три испытания есть. Мне еще осталось 400 очков набить. 4 дня до конца. Так, давай, давай, давай. Ладно, давай, драконами уже доиграем. Одну. Один бой сыграем еще. Сколько? 500 очков надо. 4 дня, 6 часов осталось. Ну, в принципе, можно успеть. Так, против нас через арт. Огненная колода. Огонь против драконов. У меня немножко преимущество. Так как жизни больше и ему тяжелее играть будет. Так, поехали. Единственный ход. Электрика ставить. Так, кого он утку поставит? Нет. Этого поставил. Ладно. Ход противника. А, лошадку делает. Делает лошадку. Поехали. Еще три. Так. Ход противника. Сейчас будет удар, скорее всего. Они отступают. Ищет, ищет карточки, ищет. Так, отлично. Там берем три. Тик-тик-тик-тик. И удар. Снова лошадка. Готовить через арда. Снова бьем на 70. Так. Да, и выходит. Выходит дракончик вот такой. Так. Нету, у него нету через арда. Нету через арда. Бьем на максимум. 40. Так, берем карточку. Все, это победа.
Всем спасибо за просмотр.